Всем привет, сегодня 9 августа, опять приехал за черникой. Черники, ну, мало. Вот нашел бруснику. Вот смотришь на такие вот места, и хочется уже начинать ее собирать. Так, сейчас по-другому. Вот, и хочется ее собирать. Ее пока еще не принимают. Ну вот уже ее много, конечно, спело здесь. По идее, вот этот, такие пятачки уже можно собирать. Ну вот, хранить, конечно, у меня негде. Так бы пособирал бы уже с удовольствием. Шел-шел и нашел белый гриб. Забираю. Иду, смотрю, медведь что-то расковырял. Ну, думаю, сейчас подойду. Ягоды тут пособираю. Ага, пособирал. Думаю, что там такое кругленькое? А это осиное гнездо. Думаю, что там зажужжало, блин. Отбежал, вроде успокоились. Сейчас пособираю. Ну, медведь, блин. Нашел же. Вот с той горки я спустился. Возле ягод очутился. Быстренько я тут собрал, ну и дальше побежал. Вдоль болота, через лес, через камень перелез. Вдруг смотрю, стоит берлога. Ну, Михалыч, говори, где черника, где грибы? Тот мне с грустью отвечает. Где же я найду еду в 21-м-то году? Ты, косматый, мне не ври, а всю правду говори. Все засохло, спору нет. Где же ты берешь обед? Да серьезно говорю, не могу найти еду. Вот скажите мне, друзья, мне туда или туда? В комментариях пишите. На канал подпишитесь. И сегодня получилось 6791 рубль.